Россияне. Я сейчас увидела ролик на в телеграм-канале. Короче, в Бруклине. В Нью-Йорке магазин «Ташкент» открыл акцию бесплатной еды в честь праздника Рамадан. И там пособиралось огромное количество россиян, которые не мусульмане, но они с радостью брали бесплатную продукцию из магазина «Ташкент». Там бабушки стоят, женщины. Представляете? Представляете такую наглость? Не мусульмане брали людей. Ну так вот, сейчас в Орске наводнение. И там резиновые лодки едут не забирать животных и бабушек. Они едут за стиралками, мародерить.